Тех, кто будет работать на предстоящих выборах, ознакомят с правилами их проведения и последними изменениями в законодательстве, а также с порядком приема обращений и заявлений граждан. Уже выпущены специальные информационные методические брошюры. Также в Сочи работают 29 точек онлайн-обучения. В основном это, безусловно, школы, где собираются члены участковых избирательных комиссий и в прямом эфире слушают применение норм законов по различным видам избирательного процесса от специалистов избирательной комиссии Краснодарского края. На базе горизбиркома пройдут обучение более 2500 человек. Проверку знаний проведут с помощью компьютерного тестирования. Напомню, 18 сентября сочинцам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы. Состоятся и дополнительные выборы в краевой парламент.